Есения! Спасибо огромное за замечательную композицию тебе. Так заслушала, что-то забыла, что у меня микрофон. Да? Самое интересное и самое важное, что ты сейчас улыбаешься. Вот это самое главное. Все будет хорошо, не расстраивайся. Ты спела отлично. Ну, я думаю, что у тебя вокальные данные могли бы, как можно сказать, сильнее, чем, например, можно было показать в этой песне. Но поэтому я думаю, что тебе просто самой или с педагогом, ты где-то занимаешься вообще? Мне кажется, более поэкспериментировать нужно с репертуаром в плане серьезного. Серьезности, сложнее, сложности. Господи, я заговорилась. Замерзла, видно. В общем, я тебе желаю удачи. Я думаю, что у тебя все в будущем получится. Просто как бы мой совет тебе немножко взять для себя, поэкспериментировать. Попробуй посложнее немножко репертуар. Тебе сколько лет? 10. А, тебе только 10. Ты просто выглядишь как девочка такая. Ну, значит, ты молодец. Значит, правильный репертуар выбрала. Всего удачи желаю. Спасибо тебе огромное. Пусть участие в нашем конкурсе будет для тебя маленьким шажочком к очередным свершениям и победам. Хорошо? Не сдавайся никогда. Спасибо тебе.